Да не буду я, это же просто игра. Ой! Света, мама вернулась. Ага, сейчас приду. Бабуля опять выиграла! Мама! Я по тебе так соскучился! Ты мое солнышко! Меня всего-то несколько дней не было! Привет, мам! Как командировка прошла? Ой, солнышко мое, отлично прошла командировка. Идите в дом, я сейчас сумку возьму и приду. Идите. Ура, ура, мама приехала, мама приехала. И как вы тут без меня целых 5 дней? Я машинки играл, а Света Гленни играла. А что ты сразу ябедничаешь? Я за тобой машинки убирала. Стоп, дети, не ссорьтесь. Светочка, больше не надо играть в эту страшную игру. Хорошо? Хорошо. А представляете, я там не удержалась, зашла в магазин и столько всего накупила, целую сумку подарков вам привезла. Ура, подарки! Дети, давайте это будет сюрприз. Дайте мне 15 минут, я приду в себя с дороги, и тогда мы вместе откроем эти подарки. Хорошо? Ура! Хорошо. Ура! Мам, только давай побыстрее, это подарки очень хочется. Хорошо. Ты что, мама сказала не трогать. Мы только внутрь заглянем чуть-чуть и все. Ну ладно, посмотрим только одним глазиком, хорошо? Угу. Ничего не видно. Да, ничего не видно. Ну ладно, только посмотрим и все. Это за флаймобиль. Ой, еще. А это что? Это мне? Ой, смотри, у меня скалы с котенком. Это точно мне. У меня новая машинка конструктор. Помоги собрать. Ох, ну ладно, маленький крокозяблик. Машина собрала. Не трогай. Подожди, тут надо во всем разобраться. Ну все, Богдан, я тебе собрала машинку, или это космолет, я не знаю. Короче, играй. Я тоже собрал привидение, смотри, как она светится. Что это было? Это не мое привидение, она не разговаривает. Значит, это что-то во дворе. Пойдем посмотрим, только тихо. Может, это Гленни, который ты играла? Не говори чепуху. Да это не чепуха, это Гленни. Света, это точно Гленни. Ты что, Гленни только в телефоне, в игре бывает. А ты заиграла Гленни. Это ничего не значит. Мои подарочки, мои рюкзачки. Мой плеймобиль. А если Гленни вышла из телефона и охотится за нами? Да такого не может быть. Смотри, запускаем игру, включаем. Вот тут должна быть Гленни. А где Гленни? Богдан, ее тут нету. То есть она где-то здесь?
я готова вручать вам подарки. Фух. А где сумка? Сумки? Нету. Да. То есть как это нету? Вы что, разыграть меня решили, что ли? Нет, сумка исчезла. И плеймобиль, и космолет. То есть вы уже и внутрь залезли, уже посмотрели, что там было, все разобрали, а теперь еще и спрятали. Ну, вредные детки, а? Мамочка, это не мы. Да, это не мы, мамочка. Ага, само оно исчезло, да? Значит так, я сейчас уйду наверх и не вернусь до тех пор, пока вы не прекратите меня разыгрывать. Понятно? Понятно. И что делать будем? Давай в полицию позвоним. И что мы скажем? Чтобы они нашли наши игрушки, твои рюкзачки, мои плеймобиль. Нет, с Гренни надо бороться другими способами. А ну-ка, тащи нашу книгу заклинаний. Хорошо. Пособие по волшебству, или как правильно колдовать. Так, про Гренни тут ничего нету, зато есть про страшных призраков. Подойдет! Тут написано, что надо приготовить волшебное зелье, и чтобы призрак его выпил, и тогда он исчезнет. Ух ты, пойдем готовить! Так, там еще было написано, что нужна гамбуция. Она у нас во дворе около забора растет. Принесешь? А мне одному страшно. Ну, а мне даже вдвоем идти страшно. Ну, ты же мужчина. Да, мужчина. Сейчас приготовим зелье и избавимся от этой Гренни. Наверное, вкусненько получилось. Какая вкуснятина! Какие пахпахи! Мы тебе тут такую вкуснятину приготовили! Бабуля! Бабуля, бабуля! Свет, а может полицию вызовем? Да погоди ты, все у нас получится! Кажется, выпила! Ура, у нас получилось! Свет, а у тебя Гленя появилась в телефоне? Сейчас проверим. А ну-ка, давай, появись, Гленя. Да, она появилась. Вон она идет. Вот и сиди там, злая бабулька. А мы будем играть с подарками. Би-би-би. Давай это так, Ивань, мы это не открыли. Ой, а маму-то мы забыли позвать? Угу. Мама! Мама! Иду! Ух ты, какой мотлик! Да, тут можно целое сражение устраивать. А ну-ка, поставь его на место. Поделяйте. Что, уже прекратили свои розыгрыши? Смотри, какая у меня мацинка! Мама, смотри, какая у меня галочка и монстрик! Да, вот он! Вот такой! Уже все без меня открыли! А как же сюрприз? Вот вредные детки, а! Мамочка, спасибо за подарки! Да, спасибо!